Картинка интерьерная. На спиле дуба, хорошо просушенном. Вот. Планировался водопад лесной в лесу на фоне деревьев и какой-то речки. Но вот очень уважаемый человек, глядя на эту картинку, сказал мне, что видит ангела, ну, типа, вот это вот голова, волосы, возможно, платье, ну, и крылья. Ну, точно хочу сказать, что не преднамеренно. Ну, возможно, многие художники, как великие, так и современности, если бы послушали критиков своих, то сказали бы, нифига себе я нарисовал-то, а? Ну и чтобы